дорогие друзья, добро пожаловать на новое видео. С вами сегодня, как всегда, Кубкистан. Ну, сегодня Сашка, Алекс Фок, Джонни Флинтики и Серега Молотов. И добро пожаловать на новую серию по Монику в CSGO. Ой, Сарик! Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, вы готовы к новой порции угара, веселья, нычек, троллинга и телепорта, потому что все это есть на этой прекрасной карте. Ну а вам желаю приятного просмотра и, конечно же, приятного аппетита. Не забудьте заранее обязательно подписываться на канал, ставьте лайки, ну а мы начинаем. Погнали! Ребят, наверняка все знают, что такое Force Drop. Здесь вы можете не только открывать кейсы, а их здесь очень много, но играть в очень крутые режимы, такие как контракты, сражения, апгрейды и не только. Также присутствует колесо бонусов, и каждые 24 часа дается бесплатная прокрутка барабана, где вы можете получить приятные ништячки. По промокоду КОФИ вы можете получить офигительный бонус при выполнении баланса. ForceDrop.app, ссылочка и промокод находятся в описании. Удачи! А ну чё, носатый братец, скажи мне, пожалуйста. Давно меня тут не было, чтобы Ну, носатое чудо-юдо, у тебя второй шанс, вылезай давай, а? Это у вас второй. Ой, я попал, нифига, хорош. Куда ты попал? А нормально то, что Серега? Подожди, а как ты не можешь туда зайти? Это типа антиманьяк системы или как это понимать, а? Небольшая есть. Давай. Брат, Серега, чудо. Ну, красава, ну, молодец. А еще ты носатый, а? Ну, давай попробуй, давай. Ты считаешь, что я... Что да, ты спрыгнул, я вижу, блин. А что ты? А что, кого ты, скажи мне? На ловушку. На какую ловушку, а? О, ты уже тут! Тихо. Спокуха. Ой, Олег не долетел. Так, где Олег ты забегаешься? Ты нафига палишь контору, скажи мне, а? Чудо-юдо ты такое же, скажи мне, а? Я вот не знаю. А, вон она где была, да? Нет, стой. Как ты там оказался, скажи мне? Он на втором этаже, Олег на втором этаже. Ты нафига палишь всю систему, всю контору? Олег уколотся. Ты со мной не повторяй, слышь, ты со мной вот это вот не надо, вот, понимаешь, да? Брат, вернись обратно на лестницу, не туда прошли вы, обратно на лестницу. Короче, ты где-то из книжной полки выглядываешь, да? Нет, ты что, ни в коем случае вообще, назад вернись, вот прям у лестницы, убрал. Ах ты, засранец. А как это так? Погоди, стоп. Ну давай. А дверь еще не открывается. Открывается еще как миленькая, брат. Нужно прям хорошенько ее приоткрыть, понимаешь? Все, не получается, да? Сейчас, я найду, как тут залезть. Давай, находи. Он уже убежал. Да ты! Почему каждый раз все приходят к одному? Ой! Вот и получи! Вот и выкуси! Тихо. Нихуя себе! Это что такое? Это что такое?
А, блядь. Нормально, нормально, нормально. А Серега на дереве сидит. А Серега на елочке сидит. А Серега на елочке сидит. Ничего не знаю. А Серега на елочке сидит. Я его задержу. Я его задержу. Давай жить, дружба. Что такое? Что такое? Скажи мне. Брат, две минуты. Брат, две минуты. Осталось две минуты. Смотри. Ой-ой-ой. Смотри, полетела. Кулка, смотри, полетела. Давай. А Серега слез, кстати, с дерева. Он прям на твоей респе сидит. Держу в курсе. Да, почти! Ну, я тебе говорю, я, короче, все достану. Да? Не получилось, да? Давай, давай, пробуй, пробуй, пробуй. Давай, 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 давай. Сейчас, король серфа на месте. Давай, король серфа, давай. Я посмотрю на то, это трюки твои, давай. Все, я залез. Это что такое было сейчас, а? Что за мастер-пулеметчик, я не понял. Ой, ты, смотри, носатая акула. Я готов! Иди сюда, акула, ко мне, джек воробей, я тебя найду. Я тебя. Где я? А во, все, я нашел тебя. Ну что, вы думаете, мальчики, убегите от меня, да? Вы что, да, реально думаете? Убегите, да? Убегите! Так. Сейчас я вас всех поймаю. Ой-ой-ой-ой-ой! Сейчас я вас всех... Блядь, Олег, слепой. Слышь, ты слепой, я не понял. Ну-ка. Не, ну, ладно, секунду, подожди. Сука, я думал, это проканает. Нормально вообще так? Я думал, это проканает. Не проканает, как ты что думал? Я резко не развернулась, да? Да, ладно, хорошо, смотри, бэмс. Ага, тут никого нету, хорошо. Санечка! Да. Ну, в туалете никого, смотри. Нет. Смотри, заныкались, засели. Ага. И по-любому же вне дома сидят, 100%, я уверен. Где-то в кустах, 100%, смотри. Где-то на елочке, мы прячемся. Да, где-то в кустах, смотри, где-то здесь. А ну-ка, нет, там никого. Кто тут? Нормально вообще тут ныкаться, скажи мне, а? Я говорю, так, в кустах заныкаешь. А почему телепорт не сработал? Почему телепорт не сработал? Значит, что не туда забежали. Ну что ж, Саня, вы остались одни. Вы остались одни, вам никто не поможет. Тут он уже умер. Тук-тук, тут никого. А это кто там кидает дым, а? Это кто там дым кидает? Олег, плавником не шевели. Да буду плавником я шевелить. А, погоди. Откуда прилетает? Он не понимает. Погоди. Не понимает. Откуда-то сверху, да? Откуда-то сверху? Сверху, Да, наверное. Откуда-то? А ну-ка, погоди. Так акула же не видит так хорошо. Погоди. Ага, Санечка. У него четыре. Александр, ну что, вы слезать оттуда собираетесь или нет? Нет, я буду сидеть здесь. Или мне все-таки до вас собраться надо как-то? Попробуй, добирайся. Давай, хорошо, давай. Ой, знаете, вот эта картина, как будто сейчас что происходит. Александр. Олег в каждый дом стучится. Александр, а куда это? Александр, ну что? Александр, ну где вы, Александр? Он не спрыгнул, он там же. Где он там же? Он там же. Нифига он не там же. Александр, а что вы прячетесь? Завтра с утра приходите. Здравствуйте, Александр. Александр, вам уже бежать. Вот мы и пришли за вами. Думали, мы вас не найдем. Еще как найдем, Александр. Ну, пожалуйста, ищите меня. Нахуй надо? Не. Санечка. Завтра с утра, Санечка. О, чего? Кого? Не понял. Отскочил. Носом врезался. Фу! Давай, иди сюда. Да как? Саня, как ты? Саня, далеко не уйдешь, Санечка. Санечка, далеко не уйдешь. Олег, ты его потерял. Как? Это нереально, погоди. Олег, ты его потерял, ты его больше... Не, Олег. Тебе до меня далеко, серфить его здесь. Мой нюх меня никогда не подводил. Олег, подсказка. Мой большой нюх. Подсказка, он в доме. Ах, ты в доме засел, да? Засранец такой. Ага. Тук-тук, никого. Конечно. Еще одна подсказка, нельзя мне верить. Ах. Ага, Санечка, а что это мы там на дерево залезли, а? Думали, я не услышу, да, или что? Все, спрятался. А, ну так вас, конечно, не видно. Елочка чисто. А, смотри, а? Ну куда это мы прыгаем, Александр? Ну что это такое? А? Не получилось обнести, я же говорю, не уйдете от меня. Так, все, я так идеально заныкался, что ты хуй меня. Я найду всех. Не найдешь. Ну что ж, мальчики. Так, ну странно, что никто не прячется в этой нычке. Ну такая же хорошая нычка. Ну вы, опа. Опа!
Опа! Куда это мы собрались? Ну что это? Ну, Джонни, ну что это такое, а? Носатый! Носатый! Куда это мы окошки развиваем? Носатый! Ну, носик, я тебе почесу немножко. Ну, погоди, где-то кто-то чесит, да? Это смешно, конечно. Почесу носик. Джонни. Я как Гомер Симпсон, блядь. Джонни. Куда это мы полетели? Джонни, куда это мы полетели, а? Пока никуда. Джек Коровей. Я чё, нихуя себе, блядь. Опа. Ну что ж, самого главного поймали. А второй, знаешь, где у нас сидит, смотри. Ну-ка. Вот там вот смотри, заныкался, смотри. Нихуя себе, блядь. Тук-тук. Вот скажи, что у тебя нету читов. Нету, у меня просто на миникарте. Нету читов. Просто на миникарте. Неожиданно что-то захотелось зайти. Ай, бля, боль. Понятно, леща дали. Вот так тебе надо, валяйся, не вставай, понятно тебе. Ну что же, Александр, вот мы снова одни. Вот мы снова остались одни. Он тебе подсказку дает. Внимательно слушай. Олег, больше не слушай. Александр. Где же вы, Александр? Я даю подсказку. Ну я погоди, я-то не помню, ты чё. Полковник Александр. Полковник. Ну-ка. Санечка. Да, я. Да что это вы? Где это вы? Санечка. Какой-то кул нагло просто по хате шляет. Санечка. Как вам пробраться туда, скажите, подскажите мне, нет? Закрывать дверь за собой. Да что вы говорите? Да, куда в лифте родился? Тоже ничего, погоди, здесь тебе нет. Нифига тоже... уже? Ну-ка, а все нами манят, каждую потенциальную нычку чекает. Ну-ка, погоди. Где-то был хуй. Опа, не сюда. Опа, нифига себе. А куда это мы сами... А чё, у нас только наглое, что... Ага, погоди, здесь тоже ничего нету, да? Подходи ко мне. Олег, PlayStation. Где-то как-то здесь можно пробраться. А по-любому, погоди, стой. Давай, может, по-любому. Может быть, как-нибудь... Он не знает эту нишку. Я не знаю. Он тыкал все везде. Да закрывай дверь за собой, заебал. Да погоди ты. Погоди, может вот так вот и вот так. Нет, так тут... Ну не, погоди, где-то здесь, нет? Нет, походу нет. А если Олег, вот так? Олег, да. Лови. Ага, чё ловить? Ловить. Ну как забраться туда? Я не понимаю, погоди. Неужели это случилось? Олег не знает тычки, они просто сказали. Олег, все, победили маньяка. Олег, назад вернись. Да погоди, я же, как ты вот так вот забираться? Да подожди, стой, я говорю, назад. Стань возле белого диванчика. Ай, я сам себе снежку пробросал. Чё делать? Ну вот встал у белого диванчика. Встал у белого диванчика, так, а чего? И чего? И кого? И что? А что? Да блять, промахнулся! Ну вот, дверь открыл, возьми, пожалуйста. У Сани ручка трясутся. А, погоди, стоп. Да, мне что-то страшно. Он так близко ко мне. Не-н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 е-
небольшой просвет был, что там спереди. Да где там просвет? Ну-ка. Было. Опа! А ну-ка сюда, иди еще! Пошел в очко, блядь. Ты че, нормально? Да ты Саня, еще 850 раз. Я тебя как стрелял! Олег, прострелом! Блядь! А как реально попасть туда, я не понимаю? Телепорт. Ах ты засранец какой, а! Ну, Александр, добро пожаловать в игру! Если вы никого не найдете, то вы реально лошара, вы это надеюсь, понимаете, я легко найду, я легко найду. Да что ты думаешь? Что ты говоришь? Сань, давай я тебе отдам. Смотри, что он делает, да? Ну, давай побегаем, Санечка, блядь, это же ты, блядь, это невозможно с тобой бегать. Что такое? На лампу нажми. Нажал. О, как она не активировалась? Что это такое? Стоять, блядь. Куда нахуй? Не-не-не-не-не. Давай, повтори. Я не получилось, не могу найти. Не получилось, Санечка, да? Что такое? Вернись обратно, говорю. Назад. Фу-фу-фу. Нет. Оружие. Убери, говорю. Саня, убери. Убрать, Саня. Саня, снять. Блядь. Я, Саня, слезаю. Давай, ладно, я прыгаю. Ну все, ладно, шоколадно, Санечка, шоколадно, елки-палки, да? Ну, Санечка, ну куда вы, Александр? Александр, ну что вы, куда вы? Постойте, Санечка, ну что вы, а? Стой, блядь, стой, сука! Санечка, сзади. Уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй. Сука, блядь! Тихо, меня прострелишь еще. Опасно.
Да дом! Да дом не из бетона же сделан! Простреливается же все! Санечка, не надо! Ты первый начал за войну, не я! Все, тихо. Так, подожди. Сань, что ты резко полное погружение устроил? Реально, Санечка! Не надо, Санечка, пожалуйста! А где Санечка? Санечка. Александр, ну что же вы такое-то делаете, да? Ну где же, скажите мне, а? 2 минуты у вас, 2,5 минуты, а? И вы до сих пор так и никого не нашли. Вон он, за кем-то. О, нормально. Где-то. Ой. Сзади кого-то бежит. Серега, помогай. Помогаю. Понял, убегаю. Опередай! Да 24 хп, Саня, отставить, Саня! Ебал, еще раз выстрелишь, я тебя убью, блядь. Все, извиняюсь. Олег, показывай нычку. Нету нычек. Здравствуйте, Александр. Ну куда это вы, Александр? Ах ты стерва такая. А что это вы сразу оскорблять-то начинаете, скажите, а? Да что стерва? Кто там дверь дрочит? Ну что, я с другой стороны обойду, блядь. Давай, обходи, Саня. Долго обходите. Зачем я ее сам активировал? Я же ее активировал. Короче, Саня, ты проиграл, это уже спойлеры. Саня, ну тут уже реально, тут уже без спойлеров, понимаешь, тут уже все понятно просто, реально. Ну что такое? Да что ты говоришь? Да что ты говоришь? Ладно, погнали. Нет! Я почти выбрался! Ну что ж, Саня, надеюсь, на этот раз вы всех поймаете за более короткое время. А то чё-то как-то вы, ну, какие-то проблемы испытываете. Да что ты говоришь? А что это, Александр, вы выходить собираетесь сегодня вообще там или нет, а? Или вы только собираетесь... Ой, Александр, я очень сильно... Я извиняюсь. Санечка, я искренне реально... Ой, найс. Вот и падки, Саш, там, Александр. Стой! Это был пиздец. Это жесть. Сергуля. Здравствуйте. Звучит как оскорбление. Сереженька, акулочка моя родненькая. Куда это мы с... Акула бегала. Ты каким образом там оказался? Ебать, это был наёбка. Я так не знал этой нычки. Кусь. Кусь. А ты глаза пошире открой, Сергуля. Кусь. Ты же знаешь, да, что акулы не делают кусь. О, сейчас я ехать отрежу, такой кусь сделаю. Давай. Опа. А попрыгали. Ага, давай. Давай. Кусь. Полегче какую-нибудь цель. Ну давай, Сережа, давай. Сереженька. Акула должна двигаться. Кусь. Двигаться акула должна 100%. Это так точно. Ну что такое, Сереженька? Ну куда Олег. Долго ли так? Олег, ты помнишь, дерево где-то начинал? Конечно. Помнишь, гнездов ты начинал? Олег, точно, иди сюда. Сейчас. Погоди, где он там? А где эта акулка? Погоди, Сань, где ты? Хорошая нычка, кстати, слушай. Я про нее то и забыл. Дэнс. Если что, заходите на первый этаж, что дым на тебя поставит. Мы прям вообще с кайфом сидим. Сань, тут еще, по-моему, Сань, вот тут еще, смотри, вот сюда. По-моему, где-то что-то... Во, погоди. Ни хрена себе, это что за нычка, блядь, такая? Я тебе говорю. Серег, короче, смотри. Вот, стой, вернись обратно. Прям еще, шажочек. Еще. И вот под собой сейчас нажми на Е. И вот под собой нажми на Е. О, молодец, Сережа. Молодец, Сережа. Так, а дальше чего? А дальше, смотри, что ловушка делает, вот это мне интересно. А я не знаю тоже. Профилактически чисто. Ну что, там телепортировался. Вот и телепортировался. А что, не интересно-то, Сереженька, а? Ладно, Саня, смотри, нет, тут больше ничего нету. Да, куда это ведет? О, Саня, ну тут опасное местечко.
Пизда, блядь. Да. Джонни, я тебя не видел, что ли, со стороны? Я не видел его. Так ты понимаешь, я за угол выхожу, и он тут своим ножом, блядь, носом. Ну что, Сергулик, а? Ну, пацаны, я пойду чай там разогрею. Давай, давай, чайка разогревай. Олег бегает, Олега здесь нет. Олега нет, майночки. Я бегаю, Сережа, понимаешь? Туда-сюда. А где ты бегаешь? Я-то там, то здесь. Да тут, понимаешь, у меня конкретного метного обозначения, соответственно, нету. Я... Опа. Опа. А если он так замолчал, блядь. Опа. Я опа. Не знаю, понятно, что за ним побежали. Я не знаю, где он, я не знаю, а где что он. Такое? А что такое? Паника, паника, паника. А нету. Может, паники. А нету паники. А нету... Я в привычной среде обитания акула не могу выбраться. А зачем ты на эту красную бочку полез? Здравствуйте! Куч. Иди ко мне, иди ко мне. Ой, мама пришла. Давай. Ну давай, Сергуля, ать, по жопке получите. Ну 20 секунд, Сереженька, ну что это такое? Акула летать не умеет. Акула летать еще как умеет, плавничок раскрывается. Плавничок раскрывается? Ой, кому-то... О! Походим. А, блин, я нафига это сделал? Я думал, ты не полетишь сюда. Ну ладно, Серега, повезло, ничего страшного. Ну что, дорогие друзья, вот такой вот видос сегодня получился по Муничку в CSGO. Надеюсь, вы кайфанули от просмотра. Угарный, веселый, конечно же, душераздирающий, ребята, как обычно. Ладно, ребята, я надеюсь, вам все понравилось. Вы кайфанули от просмотра. С вами сегодня был, как всегда, Олег Кофе, Санечка, Алекс Лоджон, Фуджаки, Серега Болон, Макрон. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписывать, ставьте лайки. Всем до скорой встречи и всем пока-пока. Пока, ребята. Пока.